Чё, Заходим куда в они нашу идут? комнатку. Давай, давай. Чё? Ребята, заходи. чё они делают? Все, Смотри. ложись в постель. Смотрите, Настало чё они время делают. это сделать. Прямо сейчас подпишись на канал, нажми на колокольчик и поставь лайк этому видео. Иначе, если ты этого не сделаешь, этой ночью на твое лицо залезет вот этот самый паук и будет лазить у тебя по всему телу всю ночь. Поэтому лучше не рискуй. Прямо сейчас подписывайся на мой канал, ставь этому ролику лайк, ну и, конечно же, нажимай на колокольчик. Сейчас подъезжаем мы уже к моему дому. Наконец-то меня уже там ждет девушка. И, кстати, я возвращаюсь с работы сейчас. А вот, и купил себе вот такую вот гоночную машину. Смотрите, какая она просто быстрая. Но она очень плохо, то, что она неповоротлива. Вот, смотрите, я еле как ей поворачиваю на такой скорости. Так, давайте останавливаемся, останавливаемся. Ой, я чуть не врезался в дерево. Так, давайте вывернем тут руль вот так вот. Все, останавливаемся. И, кстати, всем привет, дорогие друзья. У микрофона, как всегда, я, Евген Бой. И это мое новое видео по игре Майнкрафт. И, ребята, прямо сейчас спуститесь в комментарии и напишите, кого вы больше любите, маму или же папу. Мне реально будет очень интересно почитать и узнать ваше мнение в комментариях. Поэтому прямо сейчас быстрее спуститесь в комментарии и напишите, кого же вы больше любите, маму или же папу. Ну, а сейчас я уже пойду, наверное, то есть к своей девушке. Да, она меня там ждет, уже кушать, наверное, приготовила. Так, давайте, кстати, сейчас вот так вот зайдем уже, поднимаемся по лестницам. Вот, открываем дверки. Все, отлично. Так, девушка, давайте... какой же мы фильм посмотрим? Что за фигня, ребята? Решать, не зря же мы новый телевизор купили. Давай эту, там, да, кстати, ребенок? Очень интересный фильм. Там что, ребенок? Это что такое, ребята? Так, давай, что за фигня? Так, давайте тут камеры расставим, проследим вообще за ними. Почему они... Что она вообще делает тут с ребенком? Это очень странно. Так, давайте мы сейчас камеры тут расставляем. Так, на кухне камеры надо расставить сейчас будет. Вот так вот. Так, ну-ка, камеры нужно еще и проверить будет, наверное, будет. Так, сейчас, да. Проверим мы камеры. Во, вроде все показывается. Коридорчик тут. Все отлично. Так, в этой комнате давайте поставим еще камеру. Все отлично. Давайте мы сейчас еще поставим камеру в туалете, наверное, да. Так, давайте тут поставим быстренько вот так вот камеру. Все, отлично. Фух, думаю, о, сейчас что-то они... проголодался, может, покушаем все-таки скоро? Так, они, кажись, выходят, я по звукам что-то слышу или что? Да, так, кажись... пойдем все-таки реально покушаем. Ой, надо спрятаться, ой, надо. А что это за звуки? Кто-то дверь открывает, что ли, мне послышалось? Ну-ка, что за фигня? Так, давайте ладно, пойдем проследим, на кухню кушать. Проследим так за ними. Так, они давай, зашли девушка, на кухню? Готовь, кажись, это третья камера. У нас еды, так, что-то тут ребята, вот, смотрите. Вот, смотрите, они на кухне, давайте следить, что же они тут делают вообще. Что тут ребенок делает? Так, давай, может, свинку покушаем? У меня, по-моему, была с собой. Оп, так, давай поставим ее. Опс. Так, давайте проследим. О, что? Вот это, они, наверное, кушают? Вкуснотища. Ничего давай себе. Вот это вкусненько. Офигеть, ребята, что это за фигня? Почему в моем доме вообще вот делает какой-то ребенок? Насытился. Вот и что так он вообще тут делает с моей девушкой? Хорошо, что так ты меня все-таки пригласила к себе в гости. Я, в принципе, не пожалел. Это так очень интересно. Так, конечно, так давайте тут дверь закроем, они, кажись, выходят. Кстати, на улице пойдем сейчас еще камеру надо будет поставить. А вот, на всякий случай, посмотреть потом, что они тут будут делать. Так, давайте ставим камеру. Так, они, наверное, в туалет сейчас, да, пошли? Что-то меня приспичило в туалет, наверное. Так, ой, не так, то. Во. О, ребята, вот они в туалете, смотрите. У нас джакузи есть, давай. Смотрите, ребята, что они делают. Так. Ох, как хорошо в этом джакузи. Так, что они там делают, ребята, офигеть. Так, ладно. Фух. Хорошо, что они этим не занимаются. Я уж думал, это она мне изменяет, что ли, девушка. Хорошо, теперь я свеженький, чистенький. Так, вроде можно они просто уже в туалет заняться чем-то другим. Так, все, пойдем. Они, наверное, сейчас на улицу, да, пойдут? Да, насколько я не ошибаюсь. Так, сейчас надо убежать. Может, пойдем прогуляемся, поиграем там в игрушечки. Так, давайте, у нас они я есть, тут как бы так. Спрячусь. Так, что-то камеру только так не могу открыть, ребята. Вот, открыл. Пойдем. Наконец. Я камеру не смог поставить. Ой, я еще и упал. Так, ладно.
Ладно, надо выбраться сейчас. Так, ладно, хорошо, что я упал. Потому что камеру, они камеру сломали, ребята. Что за фигня? Что это за фигня? Так, давайте быстренько сейчас поднимемся как-нибудь. О, смотри, девушка, кто-то поставил здесь камеру, видишь? Они камеру так сломали, походу, кажись, ребята. Что за... была, или что она ли? Не рабочая? Так, давайте, давайте тихонечко. Ой, ой-ой-ой, сейчас они меня еще увидят. Так, пойдем так, на качельке покатаемся. Так, камеру так, тут вот поставил. Оп, давайте дай, еще прыгай, вот тут вот камеру ставим. Все, все, давайте, давайте смотреть за ними. Вот. Ой, так. А кто там прошел? Мне что показалось? Так, ребята, это хорошо, будет, что я уже ушел. Вот. Так, давайте следим, что они тут будут делать-то. Так, 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 давайте смотрим, смотрим. Да, они что, на качельках пошли? Покатаемся. Оп, оп, оп. Нифига себе, они на качельках качаются. Так, ладно, надо в комнату к ним забежать будет, еще там поставить камеру. Наверное, будет. Ого, сколько здесь игрушечек, смотри, девушка. Так, что они там, игрушки смотрят, да? Плюшевые овцы, свинки, игрушки смотрят, поиграем. Так, 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 где они, где они? Они что, в баскетбол не собираются играть? Так, так, так. А вот блин, они, кстати, сюда. А где баскетбольный мяч? Он же тут был. Его что, кто-то украл? Так что это, на чем это кидается? Очень странно, ребята. Что вообще происходит? Офигеть. О, у меня есть с собой баскетбольный мяч. Давай его покидаем. Так, так, так. Опа, давайте давай смотреть. Ой, ничего. Я попал. Ну, вроде бы пока что они ничем таким не занимаются. Ладно. Так, оп, кидаем его. Давай. Так, давайте, давайте. Тут прямо камеру поставим. И еще, где-то, знаете, вот тут вот камеру поставим. Все, чтобы я мог везде наблюдать. Все, что-то я нагулялся. Пойдем уже все-таки домой. Все, теперь надо как-нибудь выпрыгнуть отсюда его будет уже. Так, и вот так вот заделать. Давай, окно. Пойдем уже. Окно вот возвращаться. Так, вот так заделать. Все, давайте смотреть. Так, это туалет. Вот коридор. Коридор, где коридор? Где коридор? Во, коридор. Все, давайте. О, вот они идут, вот они. Они в комнату, кажись, просто обычную заходят. Ох, может, поработаем так, что с они... компьютером? Что так они там делают? Я так, это вроде бы свои дела. Девятая, да, камера, да, девятая. Так, восьмая, значит, камера. Это у нас. Вот они за компьютером, смотрите, работают. А, да, фух, вроде бы пока ничего странного. Но не зря то, что я устроил видеонаблюдение. Думаю, мы сегодня и все узнаем, чем они тут будут заниматься реально. Так, давайте смотреть так, уже. Так, все, здесь я вроде бы все почистил от вирусов. Пойдем в другом компьютере, настройки все так, сделаем. Так, там у меня так камера, конечно, не стоит на втором этаже, потому что там, в общем-то, ребята, это, я не знаю, там просто, ну, просто нечего снимать, потому что там в основном... Так, давайте проследим все, еще. Все, настало время это сделать. Ты знаешь что, так что пойдем. Че, куда они пошли? Куда? Куда? Че? Так, все. Заходим в нашу комнатку. Давай, давай. Че? Ребята, что они делают? Всё. Смотри. Ложись в постель. Смотрите, что они делают. Это сделать. О, хорошо как. Че он делает, ребята? Можете, пожалуйста, написать в комментариях, чем они занимаются. Офигеть. Так, ладно, давайте я сейчас прибегу тогда. Так, 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 давайте, давайте. Сейчас надо оружие взять. Так, 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 надо оружие взять. Еще надо оружие сейчас взять будет. Так, берем оружие мы. Так, и бежим уже к ним. Сейчас, так, так, так. Давайте бежим. Так, ну-ка еще раз проверим, чем они там занимаются. Ну-ка. Как же это прекрасно. Ну-ка, шестая камера, нет. Я... Так, вот они. Так, вроде бы они так и лежат. Все, заходим, я их поймал с поличным. Все, бежим. Так, что тут происходит? Что тут происходит? Не стреляй, ты кто такой? Вы что тут делаете вообще, что за фигня? Мы тут игрушками играем, видишь, смотри. Какими игрушками? Вы чем тут занимаетесь вообще? Мы ничем тут не занимаемся, ты что? В смысле? Что это за фигня вообще, а? Не стреляй. Что ты вообще в моем доме тут делаешь? Так, ну-ка быстро, девушка, меня съезжай. Меня девушка пригласила в гости. Съезжай с моего дома. Чем это? Нет, у меня все на камерах есть. Вот, можешь на посмотреть. Можешь все посмотреть, понял? Так. У меня все на камерах есть, чем вы тут занимаетесь. Понятно тебе? У меня еще таких копий много камер, я уже все сохранил. Так что если ты эту камеру уничтожишь... Ты это... в интернет это выпустишь, да, что ли? Да, это в интернет не выпущу. Надо. Ну не надо, пожалуйста, не выпускай это в интернет. Я выпущу это в интернет, то, что я проследил вот за девушкой и ребенком. Я не хочу уходить из этого дома, я тут все прижился уже, как бы, понимаешь? В смысле, это мой дом, давай выходи, иначе сейчас я сейчас с оружием буду уже по тебе стрелять. Давай, уходи, да, и ты тоже, давай, уходи. Ты тоже. Мы не хотим уходить. Забирай свои вещи, девушка, и уходи. А у тебя вещей нету, ладно, поэтому проваливай отсюда. Ладно, мы вместе хорошо поживем. Проваливай отсюда. Понял? Давай. Сваливай отсюда, я тебе сказал, отсюда. Давай, быстро свалил отсюда. Давай, а ну-ка, давай. Бери свой свалил, бластер, свалил. Ну, бери его. Свалил, я тебе сказал.
Свалил, я тебе сказал, свалил твой игрушечный пистолетик ничего мне не сделает. У меня бластер настоящий, он по крайней мере. Он не игрушечный. Давайте, давайте, все, проваливайте, проваливайте. Ну хорошо, ладно, девушка, все, уходите. Поехали, у меня тоже есть дом. Уходите, это моя машина, чем... это моя машина, не трогай ее. Это теперь наша машина, все, это моя давай, машина. Девушка, садись быстрее, садись, это поехали. Моя машина, это моя машина. Это место, ладно, уезжай, это моя давай, машина. Давай, 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 давай. Это моя машина, а ты-то никуда не уедешь, понял? Ты-то никуда не уедешь. Я за девушкой побегу, все, ну-ка, давай. Нет, ты не за девушкой не побежишь, мою машину отдайте, быстро отдайте мою машину, я сказал. Иначе я не отпущу сейчас ребенка, так, девушка, ай, быстро ай, отдай мою машину. Стреляй. Машину отдай, останавливайся. А, у меня же есть своя машина, все, девушка, все. Поехали, быстрее, все, уезжаем, давайте, от него вместе. Валите отсюда, давай. Вы, и больше, давай. Чтобы я вас тут не видел. Садись в мою машину, у меня покруче вот это так, развалюсь, ребята, ну буду, я вообще не ожидал такого увидеть, то, что они вот этим начнут. Я не знаю, чем они вообще там занимались. В общем, ребята, на этом все. Прямо сейчас не забывайте подписываться на мой канал, ну а также ставить лайки, ну и, конечно же, нажимать на колокольчик рядом с кнопочкой подписаться, чтобы не пропускать мои новые видео. У микрофона был я, Евген Бой. Сегодня я проследил за девушкой и ребенком через камеру в Майнкрафте. Всем удачи и всем пока-пока!